Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Высох пришейдинг. Так вот автомобиль получается. Теперь будем наносить базовый цвет. Базовый цвет буду мешать с двух цветов красок Tamiya. Буду использовать XF55 и XF59. И разводить в пропорции 5 частей буду брать 55-го и 2 части возьму 59-го. Потому что посмотрел множество фотографий, и там есть более белый оттенок песочного цвета, а есть более автомобили, которые уходят в желтизну. Нанесу сначала базовый цвет, а после высыхания посмотрим. Может быть, немного желтым фильтром добавим нехватающей желтизны. Но это все будет видно уже после покраски, после нанесения базы. Размешал краску. Ну и, как всегда, начинаю задувать модель с днища, с низа корпуса автомобиля. Ну и переходим в ускоренный режим. Включится компрессор, и меня уже будет практически не слышно.
Завершил задувать базовым светом. Вот так на данный момент получается бронеавтомобиль. Теперь возьму X55 и по выступающим частям и по граням пройду чисто 55-м, чтобы немного выделить люки и все остальное. Вот, друзья, что получилось. Мне покраска очень понравилась. Хорошо видно выделение цвета. Дадим теперь сутки, может чуть более, краски хорошо высохнуть перед нанесением фильтров, ну, а потом уже будем наносить желтый фильтр, немножко придать желтизны автомобилю. Так вот получились диски. В целом краска легла хорошо. По такой жаре, как сейчас на улице, должно все высохнуть очень быстро. Добавлял ретайдер в краску. Примерно на 10 мл краски добавлял 1,5 мл ретайдера. Ну, на этом, друзья, буду заканчивать эту серию. В следующей серии будем наносить фильтры и лак на модель. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь с нами, друзья.